Игроки на суперконе из ДБ1 взяли к себе во взвод Бабаху с вот таким интересным ником Настя 180 там, ну и какие-то циферки, в общем. В общем, как я понимаю, на Бабахе сейчас играет девушка, потому что ник Настя. А здесь у нас молодой Васек и танкист, ну, в принципе, два парня. То есть девушка и два парня у нас во взводе. Все на танках 10 уровня, так что можно сказать полное равенство. Самое интересное будет, ребята, дальше. Они даже не представляют, вот наши оба совзводных, они даже не догадываются, кто же на самом деле сейчас играет на бабахе и кого они взяли во взвод. В общем, ребята, крайне необычный и интересный бой сейчас вас ждет. Давайте смотреть, с чего же все начинается, пока мы на 520 отвесили. Вот сейчас сводимся и по коню на 1950 залетает хэшфугасиком. Как же это было больно просто для коня. Я представляю эмоции игрока, который вот эту плюху сейчас отхватил. Ну, пока что счет 1-1. В принципе, еще непонятно, в какую сторону колыхнется чаша весов этого боя. Поэтому, я считаю, надо все-таки поосторожней. Поосторожней, конечно, действовать. Осторожность, так сказать, не повредит. 2-1. И выкидываем при таком счете мы на 714 следующую нашу плюху по ИСУ четвертому. Это, конечно, не 1950 по бедняге суперконю. Но, в принципе, тоже близко к 1000. Ну, не очень близко, но все же тоже неплохая альфа. Вначале мы вообще там на 520 кинули по объекту. Для бабахи это, ну, согласитесь, не очень высоко. Еще раз выезжает из 4. И стабильненько мы снова по нему на 732. Если честно, здесь из 4 выглядит максимально глупо. Чисто вот в этой ситуации. Потому что бабаха выезжает, фугасами по нему лупасит, а он такое чувство надеется там что-то танкануть. Пытается выстроить ромб, там от борта выезжать, угол там измеряет линейкой, наверное. Как вы ему подставите? Ну, в итоге выезжает, получает фугасами. Ой-ой-ой-ой-ой! На 1679 по Яге Естой надо срочно текать и текать, текать, текать с поля боя, потому что сейчас Яга хотела прям по нам отписать. Но молодец, Е4 выезжает на помощь и пакует Ягу в ангар. Бедная Яга отлетела тоже на ура. 5500 дамага уже есть! Что же дальше? 430 у, прям по курсу, 2200 хп у него, погнали. Е4 уже рашит туда вперед. И сейчас там снимают объекта 430 у. Так, выезжает 2684, против него Е4. И надо сейчас накатывать, накатывать на 268. 500 хп у него. Ну-ка, собрались силами, выкатываемся. Так, не видно. Не видно. 430-го могли сейчас подловить. Точнее, наша Настя подловить 430-го на катке в борт на фулочку. Было бы очень сочненько. Ну, объект, выкатывайся, братюнь. Мы тебя сильно не обидим. Всего лишь на пару тысяч дамага. А так тебе будет приятно потом. Так, М60 подставляется. 656. Ну, не густо, не густо пока что залетело. И там выкатывается как раз-таки сейчас 430 или... Нет, нет, он просто светится. Е4 отлетает. Но Е4 как-то слишком героически в этой ситуации сыграл. Мне кажется, ему по сейвовей надо было действовать. Пока 6000 дамага. Дальше будет интереснее, я надеюсь. Ну, а пока вы смотрите финальную часть боя, быстро вам напомню, ребята, что спонсоры этого видео у нас ребята с классного сайта vodkit.com, где в честь праздника Победы, к празднику Победы, все игры со скидкой 50%. Только честные призы без пустых контейнеров. То есть в каждом контейнере гарантированный приз.
каждая шестая игра идет вообще на халяву бесплатно. И к тому же внизу сайта WotKit вас ждет праздничная раздача 5000 голды. Там новый формат раздачи, очень много победителей, даже больше 5 косарей можно выиграть в сумме. Ну, общая сумма разыгрывается реально гигантская. Очень крутые призы, и сейчас на экране, ребята, главное. Это секретный промокод для сайта WotKit. Вот он на экране. Вы, когда заходите на сайт, жмете «Пополнить», вверху кнопку «Пополнить счет», и там вводите, указываете вот именно этот промокод, который был на экране. Что вы получите? Гарантированный подарок после пополнения сразу вам будет начислен. Гарантированный подарок. И к тому же плюс 1000 к удаче лично от меня. Шикарный промокод. Я считаю, каждый должен на халяву после пополнения бонусом получить подарок по нему. Действительно очень клевая штука. Ну и к тому же, ребят, промокод работает не только на сайте WotKit, но и, например, на сайте WotGold тоже его вводите. В общем, если что, ребят, в закрепленном комментарии под этим видео и ссылочкой промокода мы выезжаем на Проджетто. И бедняга настолько обалдел от жизни, когда мы ему влупили фулочку, что пошел вообще на таран и просто разбился об нашу бабаху, об нашу Настю. А у нашей героини тем временем почти 10к дамага уже в копилке, и едем за артой. Да, ребят, еще напоминаю, что в этом видео проходит розыгрыш золота от нашего канала. До 10 тысяч голды можно урвать. Для участия лайк, подписка, колокольчик и позитивный комментарий с игровым ником и ID контакта. Все очень просто, участвуйте. Тоже праздничная раздача, золото очень крутая. Ну а мы смотрим, ребята, дальше, что же у нас здесь выходит. Бабаха начинает наглеть, добирает 261 уже, врывается на арту с таким маленьким количеством хп. Я вам скажу, ребята, это тоже довольно рискованно. И вот мы уже подъезжаем к 9 линии. Это 92 где-то там и 261. Кого из них мы будем выцеливать? Слева проверочка. Опа, 261. Опа, здрасте. И Т-92 прямо по курсу. 500 хп у нее. Ух. Ну, там уже разобрались без нас, Т-22СР. Вот так, 10,5 косарей. Я думаю, со взводной в полном шоке. Что же это за Настя такая, которая так просто люто тащит на бабахе. А мы смотрим итоги, ребят. А вы пока перепишите промокод в закрепленном комментарии. В итоге медалей особо нету, всего лишь основной калибр и мастер, но дамага это ощутимо. Согласитесь, далеко не каждый делал вообще 10к, а здесь в очень красивом бою, еще и на бабахе, без вопросов, это лайк. Вверху справа другой видос, увидимся, ребят, пока.